Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Мастер своего дела. С вами Ирина Баханова и Диана. Сегодня мы будем готовить суши-роллы. Захотелось Диане суши сегодня. Ну да, и мы решили приготовить. Мы закупили продуктов на 1000 рублей, но, к сожалению, чек у нас только один на 400 рублей. Так вышло, что у нас папа пошел в магазин и забыл взять чек. Ну, так бывает. В общем, все здесь на столе. И мы сейчас будем готовить. Рис мы уже отварили. Сейчас покажем вам видео, как отваривали мы рис. И начнем готовить. Вот такой рис у меня здесь, может быть, не видно, отсвечивает сейчас. Промываю его. Вот так, хорошо промываем. Видим белый крахмал. Сливаю эту воду и сейчас еще раз. Да, думаю, достаточно будет еще один раз. Промою и все. Влила воду, уже два раза вымыла рис. Сейчас отправляю кастрюлю на плиту. Обязательно накрываю сверху крышкой и даю закипеть. Как только закипит, огонь убавлю и буду готовить рис примерно 5 минут. Дорогие друзья, рис уже готов. Прошло 15 минут. И сейчас аккуратненько открываем крышку. Смотрите, какой рис. Огонь я выключаю. Рисинка к рисинке. Рис очень хороший. Просто замечательный. Накрываю сверху полотенцем. Вот так накрываю. И вот так вот крышечкой еще прикрою. Чтобы весь пар у нас сейчас полотенце в себя набрало. Ну и немного подождем, пока остынет. Минут 5-10. За это время мы все порежем и подготовим уксус с сахаром для нашего риса. Сейчас я подготавливаю для риса уксус. Здесь у меня 50 мл уксуса. Берите рисовый уксус, можно использовать яблочный уксус, столовый. Я добавляю сейчас сюда 2 столовые ложки сахара и чайную ложку соли. Добавляю сахар, так, ложка и еще одна. И добавляю сюда соль. Все хорошо перемешиваю. Вот так хорошо размешиваю и оставляю минут на 5-10. Как раз пока что у меня остынет рис. Немножко остынет. Для начинки нам потребуется 700 грамм горбуши. Взяли одну такую цельную рыбку, порезали ее на кусочки, удалили косточки. 100 грамм сыра, 1 крупный огурец, 1 авокадо и половинка болгарского перца. Также мы еще здесь подготовили красная икра у нас и кунжут. Семечки кунжута у нас Диана уже обжарила. На сухой сковороде. Ну и, конечно же, здесь у нас 2 вот таких пакетика листов нори. В одном 10 штук. Да, в одном 10 штук. Здесь у нас еще соевый соус. И имбирь 200 грамм. Да, еще у нас есть васаби. Точно знаю. В общем, все у нас на столе. Готовим. Итак, дорогие друзья, рис у нас уже немножко остыл, совсем чуть-чуть. И сейчас мы сюда вливаем уксус. Уксус, да. Смотрите, он у нас какой стал. Прозрачный. Прозрачный, да. Так, вливаем и перемешиваем. Сейчас мы вам... Хорошо. Сейчас мы вам покажем, какой у нас рис получился. Перемешиваем. Кстати, рис у нас совсем не так, и теперь перемешиваем. Вот такой рис у нас. Рисинка к рисинке. Да, рис классный. Хорошо перемешиваем. И сейчас дадим полностью остыть. Сейчас мы открываем нори. Дальше берем лист нори. Вот этой вот негладкой шершавой стороной вверх выкладываем его. Так. Мы здесь уже, кстати, застелили циновку. Так, вот ее застелили. Пищевой пленкой. Так, выкладываем листик. Дальше обязательно смачиваем руки в воде. Ты будешь делать, давай, Мишка. Давай так, вот ставим сюда. Оставляем одну часть пустой. Остальное все выкладываем на все остальное рис. И
еще на 1-1,5 сантиметра заходим. Ну да, вставляем еще туда рис. Рис выкладываем и вот так размазываем. Разравниваем, да, вот так аккуратненько. Вот так еще кусочек. С огурцом будем делать, да? Ближе ко мне у меня рыбка, чуть дальше огурец. Все, дальше аккуратненько заворачиваем ролл. Так, приподнимаем. Вот так быстренько. И вот так быстренько заворачиваем. Ну и давайте посмотрим, какие роллы у нас получились. Здесь вот тарелочка у нас роллы с икрой, авокадо и сыром. Здесь у нас роллы с рыбой и огурцом. И здесь у нас смешанные роллы. Здесь у нас все подряд. Вот такие роллы у нас сегодня на 1000 рублей получились. Кстати, половину... Нет, не половину. Чуть меньше половины мы уже съели. Вы не представляете, было еще больше. Дорогие друзья, вот такой стол у нас из роллов сегодня получился. Бюджетненько, как мы уложились. Кстати, мы уже объелись, если честно. Сейчас мы будем еще раз пробовать наши роллы. Ну да. Давай попробуем. Что-то. Даже спрошу тебя, ну как? А теперь попробуй. Позвольте. Это я, кстати, с чем делала? С рыбкой. Да, с рыбой и огурцом. У меня нет сол, я больше не съем. Это очень вкусно, но у меня больше не лезет. Ты будешь пробовать с икрой? Я не очень. Диана у нас не очень любит с икрой. Я у нас уже здесь тоже с икрой. Очень вкусненько. Ну еще. Кого мы еще угостим? Мы еще угостим бабушку, папу. Мы все угостим. Просто нас уже ему не лезет. Ребята, очень вкусно. На 1000 рублей реально. Можно сделать много. Мы, кстати, у нас остался кунжут. Мы придумали делать кунжут. Так что зря мы его покупали. Ну, я думаю, еще куда-нибудь его потом используем. В другие блюда. Ну, ничего страшного. Вот. Ну, на сегодня у нас все. Мы будем с вами прощаться. Подписывайтесь на второй канал моей мамы. Да, влог Ирины Бахмутовой. Подписывайтесь на новый канал. Ссылку оставлю внизу в описании под видео. Я там тоже есть. Да, канал мы только открыли. Так что будем туда тоже добавлять видео, влоги. Думаю, будет интересно. Спасибо, что вы были с нами. Также подписывайтесь на канал «Мастер своего дела». Ставьте лайк. Жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Пишите комментарии. С вами была Ирина Баханова и Диана. Всем пока! Пока! До новых встреч!